33-летняя Анна Хилькевич рассказала, как экспериментировала во своей внешностью. Актриса обращалась к помощи пластических хирургов. Хилькевич призналась, что скорректировала размер бюста. Это произошло несколько лет назад. Анна утверждает, что довольна полученным результатом. Актриса также нарастила себе брови и определилась с цветом волос. Теперь главное для нее – поддерживать свою красоту. Звезда сериала «Универ» надеется, что в 45 лет будет выглядеть так же. «Сделала себе грудь. Сейчас хочу просто сохранить то, что есть», – отметила блондинка в эфире нового шоу Дмитрия Шепелева «Мамки». Анна заверила, что уже не готова к экспериментам. Однако ведущий попытался примерить ей новый цвет волос. Шепелев превратил ее в жгучую брюнетку. «Это самое страшное, что могло со мной случиться. Мне на вид 45. Я похожа на старшую сестру, на маму», – заявила его гостья. Она рассказала, что ее звали замуж 4 раза. Артистка говорит, что толерантно относится к представителям всех национальностей. Однако она считает, что русские мужчины не способны достаточно заботиться о женщинах. «Они ленивые, не любят помогать. Стыдно за наших мужчин», – отметила Хилькевич. Звезда сериалов утверждает, что она хорошая мать, строгая, но справедливая, никогда не ругает детей без важного повода. «Всегда хотела иметь много малышей. Люблю их», – подчеркнула Анна. Кинозвезда рассказала, что ей комфортно сниматься в белье в кино. Она просто задумывается об этом всерьез. Однако в своем Инстаграм Хилькевич публикует мало снимков в купальнике. «Я же замужем, в конце концов», – смеется актриса. Ранее Анна показала капризы дочери на забавном видео. Недавно она рассекретила свой главный страх. Звезда поделилась видео в соблазнительном купальнике.